Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня видео такое, в какой-то мере связанное с видео по поводу распродажи Канадой золотого запаса. Ответ на паникерские всякие разные вопросы. Дело в том, что Канада на прошлой неделе принимала бюджет, и правящая партия либеральная представила дефицит бюджета в 20 миллиардов долларов. И, соответственно, люди мне стали закидывать вопросами, типа, что все плохо, Канада совсем идет ко дну, экономика вдрызг, даже теперь концы с концами свести не могут. Что же происходит в Канаде? Ну, собственно, отвечаю, что происходит в Канаде. В Канаде происходит все по плану. Господа либералы во главе с Джастином Трюдо во время избирательной кампании обещали своим избирателям, что они будут вкладывать в развитие экономики. И они говорили, что в ближайшие несколько лет они планируют делать дефицитные бюджеты. То есть, когда у них концы с концами сходиться не будут, и они будут тратить больше, гораздо больше, чем страна зарабатывает. Консерваторы придерживались другой политики. Они говорили о том, что мы должны резать бюджет, мы должны жить по средствам. И предметом их гордости было то, что впервые там, за 8 лет своего правления они как раз в 2016 году сверстали бюджет, на 2016 год сверстали бюджет, который был чуть-чуть даже профицитным, то есть он был сбалансированным. А вот пришли противные либералы и, так сказать, коту под хвост все достижения консерваторов. И не просто там какой-то там небольшой перехлёст, да, перебор, а мощный на 20 миллиардов. Собственно, что происходит? Почему не надо волноваться? Потому что консерваторы придерживаются другой стратегии, либералы придерживаются другой стратегии. Либералы говорили о том, что, вы знаете, та политика, которую проводили консерваторы, политика экономии, политика жизни посредством, она, конечно, хороша, но она страну не двигает вперед. Стране необходим волшебный пендаль. Экономике нужен волшебный пендаль, который будет заключаться в том, что должны быть созданы в громадном количестве рабочие места. Должны быть созданы в большом количестве большие инфраструктурные проекты, которые будут задействовать все отрасли экономики, которые есть в Канаде, и создавать рабочие места. Соответственно, для этого они говорят, что мы будем строить новые дороги, мы будем строить новые мосты, мы будем строить новые развязки. В частности, под это дело как раз попадает дублер моста Шамплейн, который в Монреале находится, который был построен в 50-х годах и который просто уже задыхается, он не справляется с трафиком, потому что он не был рассчитан на такой машинопоток, когда его строили в 50-х годах. Далее, Трюдо сказал, что консерваторы сволочи такие, все время экономили на здоровье, экономили на малоимущих, экономили на ветеранах, на медицине. Мы собираемся увеличивать деньги, денежные поступления как раз на эти категории. То есть будут увеличены деньги на поддержку молодых семей, будут увеличены деньги на пособие детям, малолетним детям. Будут снова открыты пункты по обслуживанию ветеранов, будут увеличены поступления на медицину, как в частности там по уходу за больными, теми же самыми ветеранами, которые страдают синдромом послевоенный, посттравматический синдром, то есть синдром, который страдает военнослужащие после того, как они прошли военные действия. Планируют открытие новых больниц, покупку нового оборудования, все это за счет федерального бюджета. Большая проблема с индейцами. Индейцы живут в ужасных условиях, резервации, не получают нормального образования, там нет нормальных школ, в резервациях нет питьевой воды. Соответственно, Трюдо и либералы собираются вложить огромные деньги в развитие индейских поселений и обеспечить индейцам уровень жизни такой же, хотя бы, какой есть у средних канадцев, чего у них нет сейчас.
Сейчас они реально как полуживотные, можно сказать, живут. Поэтому вот эти вот все паникерские вопросы по поводу того, что все, Канада не может вести концы с концами, наверное, экономика полностью разбита, все, корабль идет ко дну, отставить эти самые настроения, все наоборот идет в хорошую сторону. Я считаю, что попробовать надо. Да, мы там попадаем в очередной долг, мы, скажем так, не совсем хороши, наверное, в этом плане с точки зрения финансового рейтинга, но сама идея заслуживает уважения и, мне кажется, имеет шансы на хорошее воплощение. Короче говоря, посмотрим, что будет. До сих пор откланиваюсь, не паникуйте, всем хорошего настроения и пока-пока.